Эта школа для самых богатых. Время получать лакшери знания. Эй, лови! Мяу! Я так не играю. Подруга, а вот и ты. Китти, как прошло твое лето? Супергероя звали? А у меня есть билетик в богатую школу. О, какой приятный сюрприз. Я богата. А вот и нет. Это нечестно. Надеюсь, я не опоздала? Всем привет, я Леди Баг. Для начала проверка на богатство. Я не хотела. Поищи себе школу для бедных. Мяу. Извините, привычка. Леди Баг, садись на место. Не приближайся ко мне, неудачница. Эй, я не кусаюсь. Я думала, мы подружимся. Тема урока – драгоценные превращения. Смотрите внимательно. Погружаем в раствор серебро и добавим золотую монету. Это чистое золото. Чичи-вау, золото! Мяу! Обожаю богатые опыты. Золота много не бывает. Кажется, получилось. Вау, красиво и богато. У меня есть свой рецепт. Для начала кровь. И золото, конечно. А теперь? Вуаля! Золотая кровь. Кому вкусняшку? Ага, есть идея. Все получится. Выглядит неплохо. Это конец. Не надоело быть неудачницей. Это и есть мой шкафчик. А как он открывается? Только посмотри. Сейчас мы ей устроим. Упс, случайно вышла. Эй, вы чего? Шкафчик открывается золотой картой. Или вип-сканером. Ой-ой, это не мое. Китти, вечно ты все теряешь. Упс, а вот и мой перекус. Но сейчас не время. Девочки, помогите. Ну, пожалуйста. Китти, поможем ей. Так и быть, неудачница. Но для начала поймай, подруга, твоя очередь. Мяу, невкусно. Леди Баг, уроки отменяются. Ах так? Ну, держитесь. Я покажу вам, кто здесь супергерой. А теперь контрольный бросок. Прямо в цель. Нет, моя математика. Девочки, вы такие злюки. Получайте. Мяу. Подруга, только дыши. Тебе поможет денежный компресс. Мяу. Эй, букашка. Стоп, а куда она делась? Никакой школы. Наконец-то. Официант. Что желаете? Суши, сардины и это. Обожаю золотых мышек. Конечно, мисс. А вы что будете? No. Мне нужно особое клыкастое меню. Вуаля, ваша кровавая карта. Я до тебя доберусь. Китти, не балуйся. Вторую отрицательную, пожалуйста. Отличный выбор. Привет, а можно мне... Эй, я вообще-то здесь. Обед подан, мисс. Ваш заказ уже здесь. Приятного аппетита! Обожаю! Не забываем про богатые манеры. Вы правы, спасибо. Китти, а что ты делаешь? Я? Что? Ничего. Тебе показалось? Подруга, ты неисправима. О, меню. А деньги у вас есть, мисс? Конечно. О, это уже слишком. Нет!
О, я нашла тебя, малыш. Нам уже пора, Китти. Как раз вовремя. Выглядит аппетитно. А на вкус еще лучше. Вы еще здесь? Деньги. У меня есть другая идея. Объеденье. Ох, как же я устала. Сладких снов, подруга. Открывайся. Мрачно и темно. То, что нужно. Закрывайся. Да-да, пора укладываться. Какая мягкая постелька. Замурчательно. Мяу! У меня тут кое-что есть. Моя старая лежанка. Мягкая и пушистая. Обожаю. Разбудите меня утром, окей? Главное, никого не разбудить. Кстати, мы соседки. Ой, ой. Опять ты? Элис, ты это видела? Да ты чемпион среди лузеров. О, эту кровать уже не починить. Что же делать? Можешь забрать мою. О, правда? Ты так добра? Не так быстро, неудачница. Сначала соревнования. Гонки питомцев? Усатик, ты знаешь, что делать. О, не подведи, пушистик. На старт. Внимание. Вперед! Усатик, мамочка с тобой. Ха, зря стараетесь, девочки. Месседок, вперед! Ты меня слышишь? Привет! Напиши в комментариях Леди Баг, и тогда я выиграю. Ю-ху! Это победа! Как ты мог? Кровать теперь моя! Начинаем урок талантов. Добро пожаловать, мисс. Ты первая, Китти. Мяу, проще не бывает. Покажите свой главный талант, юная леди. О, какие ушки. Ты видела ее коготки? Мяу. Мое. Китти, фу, место. Это двойка. А может, не надо? Твои фокусы не пройдут. Кажется, мне пора. Не торопитесь, мисс. Я. Есть еще одна талантливая ученица. Кто? Я? А, так и быть. Бу! От судьбы не убежишь, красотка. Ты спасена. Леди Баг, отличная работа. Она еще пожалеет. Чуть не забыла. Сегодня же мой день рождения. У меня много дел. Создадим праздничное настроение. И еще кое-что. Это моя фирменная хлопушка. Гениально. А вот и праздничное угощение. Неудачница, а вот и мы. Ю-ху! День рождения! Помогите! Спасите! Девочки, что это с вами? Китти, ты не ушиблась? Я просто хотела подружиться. Кажется, она обиделась. Спасем эту вечеринку, подруга. Леди Баг это понравится. Больше, еще больше света. Это будет самый богатый день рождения. Готова, Леди Баг? С днем рождения, соседка! У меня уже есть заветное желание. Веселимся. Это лучший день рождения. Мир? Нет, дружба. Чем займемся вечером? Это же... Школьный бал. Нам нужно готовиться. Эй, меня забыли. Леди Баг, ты с нами? Девочки, я на мели. Мяу! Китти! Я здесь. Подруга, деньги не проблема. Чичи, вау! Сколько здесь всего! Мне нравится. Шопинг это весело. Леди Баг, поторопись. О-о-о!
подруга, ты в порядке? Отлично, тогда на примерку. Ой, ты готова, красотка? Веселье начинается прямо сейчас. Ну уж нет. Как скажете. А как вам такой вариант? Нет, только через мой гроб. О, тебе правда нравится? Китти, переодеваться, подруга. Конечно. А если так? Китти, не поможешь? Пятнистый стиль, невероятно. Чувствую себя красоткой. Ты готова к школьному балу? Это все благодаря вам. Мы опаздываем. Девочки, тревога, подъем. Мяу! Элис, проснись же ты. Ауч! Что случилось? What? Выпускной бал вот-вот начнется. Что? Девочки, только без паники. Мы справимся. Я же говорила, мы красотки. Элис, видела бы ты себя. Подруга, ты просто супер. Ученицы, поздравляю с окончанием богатой школы. А лучшей студенткой становится Леди Баг. Спаси этот мир, букашка. Девочки, мы победили. Улыбочку. Селфи на память. Оу, что? Выйти на улицу? Девочки, мне уже пора. Хеллоу Китти оказалась в нужное время и в нужном месте. На помощь! Спасите! Оу, малыш, как ты сюда попал? Оу, у нас большие проблемы. Да уж, это было неожиданно. Не бойся, я тебя защищу. Ты больше никогда не будешь один. Есть тут кто? Вы только взгляните на эту новинку. Нам срочно нужна помощь. Этот пес набросился на меня, но я дала ему сдачи. Ну и видок у тебя. Эй, я спасла жизнь этому малышу. Ой, какой хорошенький. Мои подписчики должны это видеть. Да как тебе не стыдно? Подруга, на тебя вся надежда. Что ж, ладно. Сделаем все в лучшем виде. Где там мой стетоскоп? Ты правда нам поможешь? Да, да. Располагайтесь, котики. Для начала проведем шоковую терапию. Эй, ты что, ку-ку? Ладно, ладно. Тогда, может, клизму? Нет, малыш, только не бойся. Она пошутила. Какие вы скучные. Так и быть. Начнем с чего-то попроще. Почистим глазки. Вот так. Крайне важно измерить температуру. Ага. Хорошо, мы справимся. И не забудем про вакцинацию. Чудесно! Вот так, еще чуть-чуть. Ого, совсем не годится. Нужно срочно принять лекарство. Что ж, раз ты настаиваешь, пасть! Ага. Это можно. Ну давай же, малыш, скушай лекарство. О, есть у меня одна идея. Приятного аппетита, малыш. Я просто гений. Ты в этом уверена? О, как же так? Смотри и учись. Кошки обожают игры с лазерной указкой. Законную добычу можно и съесть. О, какая прелесть, получилось. Кто у нас такой молодец? Ю, ну и запах. Поздравляю с выздоровлением. И больше никогда не болейте. Обещаем. Отныне мой дом, твой дом. Какой же ты пушистый и грязный. Поиграй пока здесь. А я займусь кое-чем важным. В моем бьюти-боксе есть все, что нужно для красоты. Самое время устроить кошачий спа. Хеллоу Китти обожает бомбочки для ванны. Они так забавно булькают в воде. А
обещаю, тебе понравится. Маленький хвостик должен быть чистым. Шампунь отлично справится с задачей. Кто у нас главный чистюля? Почистим ушки ватной палочкой. Очень аккуратно. А эта удобная щеточка поможет сделать замурчательный массаж. О, а что если... Мр, это и правда очень приятно. После такого релакса нужно привести шерстку в порядок. Ой, и правда. Вот только найти хорошую пуходерку – это целый челлендж. Hello Kitty Beauty Box спешит на помощь. Ух ты! Это же то, что я ищу! Класс! Пока котенок мирно спит, можно навести красоту. Мамочки, как много шерсти! Ой-ой, мне бы тоже не помешало вычесать шерстку. Кажется, я знаю, что с этим делать. Раз-два, и милая игрушка готова. Хочешь поиграть? Конечно, да. Инстинкты охотника никогда не подводят. Ну что за милота? Воу-воу, полегче? А чего еще можно ждать от маленького хищника? Да уж, об этом я не подумала. Давай-ка посмотрим на твои коготки. Ну надо же, какие мы грозные. Срочно, нужна помощь профессионала. Вы меня вызывали? Ой-ой. Так ему, этому противному псу. Покажи ему, кто тут главный. Ну и дела. Здесь был кошачий апокалипсис. Так не годится. Hello Kitty, ты была плохой кисой. Какой пример ты подаешь маленьким котятам? Пора преподать вам урок. Урок маникюра. За кошачьими коготками нужен особый уход. Hello Kitty обожает блестки. Восторг! А как насчет этого маленького задиры? Привет, крошка! Кусачки для когтей быстро и безболезненно уберут царапки. И не забываем про пилочку. После нанесения гель-лака отправляем пальчики в специальную лампу. Фантастика! Какой же ты любопытный! Кошачий крем увлажнит подушечки лап. А чтобы не страдала мебель, нужна когтеточка. Она так и манит подточить коготки. Малыш, смотри, что я принесла. Что это было? Кажется, кто-то слегка пошалил. Нет. Упс, похоже, что не слегка. Да ты издеваешься? Ладно, разберемся позже. Для начала нужно убрать все улики. Это было непросто. Гадость. Я же не купила кошачий лоток. Посмотрим. Годится. Вот это я понимаю, экспресс-доставка. Наконец-то у котенка будет свой туалет. Нужно мнение эксперта. Какой наполнитель выбрать? Одобряю. Высыпаем наполнитель в лоток, и кошачий туалет открыт для посетителей. Я не буду подглядывать. Вот умница! Свежие овощи полезны для здоровья. И Hello Kitty об этом знает. О, ты проголодался! Вот, держи огурчик. Знаешь, я тут подумала. Глазам не верю. Ты что творишь? Немыслимо. Официант, объясни мне, о чем ты только думала? Сейчас я познакомлю тебя с настоящей едой для котят. Та-дам! Ассорти для усатых гурманов. Звучит вкусно. А я о чем? Спасибо, сэр. Приятного аппетита. Выбор шефа. У кого-то отличный вкус. И я попробую. Китти, немедленно прекрати. Эй, ты чего? Это еда для котенка, а ты ешь свои огурцы. Что за шум? Котенок решил поиграть с пакетом? Но у Hello Kitty есть идея получше. Ку-ку. Вот ты где спрятался. С картонной коробки срезаем крышку. А с этой стороны проделаем круглое отверстие. Затем соединяем коробки. Вот так.
клей-пистолет – лучший помощник. Обожаю розовый. Обклеиваем кошачий домик цветной бумагой. И куда же без милой надписи? Из ярких перышек получится отличная гирлянда. Так мимимишно! И главное, удобно, чтобы усатый хозяин остался доволен. Теперь смастерим спальное место. Круглая коробка – отличное решение. Украсим ее розовым мехом. Очень стильно! Закрепляем лежанку на когтеточке. Для этого используем шуруп. Застилаем дно пушистым пледом. Чем мягче, тем лучше. Последний штрих – любимые игрушки. Мягкие мышки, звонкие мячики. Настало время оценить кошачий уголок. Кажется, пушистик в полном восторге. Еще бы! Здесь так весело и уютно. Интересно, что там наверху? Какая красивая бабочка! Китти, неужели это все для меня? Да, мой пирожочек! Для тебя все, что угодно. Мур-мур, ну как тут можно устоять? Пора спать. Сладких снов, малыш. У меня для тебя особый подарок – ошейник дружбы. Вы только взгляните, какая красота. А у нас по расписанию веселые игры. Ходите. Вы случайно не видели моего пушистика? О, нет, не видела совсем. Это же он у вас за спиной. Вы ошиблись. У меня есть вознаграждение. Какое? Красивый голос. Вау! Прощай, пушистик. Я буду скучать. О, мой малыш, спасибо за помощь. Я всегда мечтала петь. Вау! Ну-с, приступим. Ла-ла-ла-ла-ла-ла! Эльза, стоп! О, мои уши! Это уже слишком. Вокал – это не твое. Какая же ты зануда. Лови. А вот и не попала. Эй, остановись. Ой-ой. Эльза, я же говорила, снег детям не игрушка. Но я тебя разбужу. Подъем. Сестренка, смотри. Там принцы. Ну же, просыпайся. Ах так? Ты сама напросилась. Что ты на это скажешь? Плохой вокал – это у нас семейное. Эльза, открой глаза, папа-пидум. Ну что, сработало? Упс, извини. Сестренка, прощай. Мисс Анна, вашей сестре нужно отдохнуть. Приходите завтра, а сейчас перерыв на обед. Эльза, вот мы и одни. Готова к трапезе. Лед, это нечестно. О, чуть не отморозил клыки. Мы еще увидимся, Эльза. Сестренка, я снова здесь. А это что? С тобой все в порядке? Лучше не бывает. О, твои глаза. Я долго спала. О, как чешется. Мисс Эльза, ваш обед. О, как раз вовремя. Что тут у нас? Каша? О, я так не играю. А это уже лучше. Но холода много не бывает. Ага. Объеденье. Мороженое на обед. Что может быть лучше? Мисс Эльза, что здесь происходит? Вам нельзя мороженое из крови. Стоять! Вы же упадете. Так-то лучше. Не благодарите. Что? Как? Сестренка, я дома. Сегодня будет вкусный ужин. Ага, кажется, все. У меня аллергия на чеснок. Эй, ты чего? Никакого чеснока. Эльза, что ты там делаешь? Это наш холодильник. Выходи немедленно. Ладно, ладно. Я такая голодная. Без проблем, сестренка. Есть кто-нибудь дома? Пиццу заказывали? О, да, заходите.
Это вам сдачи не надо. А ты ничего. Аппетитный. Вампир! От меня не уйдешь, парень. Я хочу есть. Эльза, только без глупостей. Курьеров нельзя есть. Приятель, ты свободен. Но лучше уноси ноги. Где он? Анна! Это все ты. И что мне теперь есть? Пиццу, например. Я спокойна. С пылью покончено. Больно. И где здесь пластырь? Никакого пластыря. Я помогу. Не поймаешь. Я так просто не сдамся. Открой дверь, Мия. Ни за что, мисс Эльза, вы не в себе. Мия, давай договоримся. Я уже здесь. Нет, не ешьте меня. Я просто возьму немного твоей крови. Принцесса, держите себя в руках. О, что же делать? Ага, это оно. Мия, я уже иду к тебе. Мисс Эльза, не торопитесь. Соль? Да как ты посмела? Вы проиграли, принцесса. Попробуйте укусить. Ничего не выйдет. Мия, ты доигралась. Я пропала. Упс, посмотри, что у меня есть. Принцесса, вы такая добрая. Приятного мне аппетита. О, помогите! Мия, ты где? В моей комнате страшный беспорядок. Ты не видела нашу горничную? А, без паники, она там. Мия, с тобой все в порядке? О, да, мисс Анна. Так, еще немного. Я не помешаю, сестер. Эльза, это был почти рекорд. Да ладно тебе. Смотри, это вампирский тиндер. Не очень. А тебе нужно к косметологу. С этим точно повезет. Вау, красавчик. Лайк. Мы созданы друг для друга. Пойдем на свидание. Конечно, принцесса. Уже не терпится. Это здесь живет вампирша. Значит, я у цели. А сейчас маскировка. Неплохо. Стоп, не лучшее время для бургера. Уже лучше. Я же принц, принцесса. Ты где? Анна, не подведи меня. Деннис скоро будет здесь. А вот и он. Привет. Это мне? О, какая прелесть. Чувствую себя как дома. Что это? Чеснок? Какое предательство. Ты точно вампир? Конечно, нет, принцесса. Не люблю вампиров. Даже не думай, предатель. Поиграем, клыкастая. Зря ты со мной связался. О, святой Ван Хельсинг. Ну, держись, вампир. Я у цели. Еще немного. Мой карточный домик. Это ты? Случайно вышло. Отпусти. Ты наказан, приятель. Анна, ты лучшая сестра в мире. Посиди здесь и подумай над своим поведением. Дай 5, сестренка. Теперь ты мой. О, как же скучно. А это уже интересно. Конкурс принцесс. Да, уже бегу. Это здесь проходит кастинг. Принц будет моим. В очередь, красотка. Ого, теперь я. Принц, я готова. А, нет! Ариэль, ты забыла свой хвостик. О, это какая-то ошибка. Стража, в студии мошенница. Я это сделаю. Ну, давай же, еще немного. Прощай, принц, нам не суждено быть вместе. Следующая принцесса. О, да, это я. Не угадала. Прощай, Рапунцель. Непростая задачка, но я вам помогу, принцесса.
Что? Но это же мой размер. Принц, сделайте что-нибудь. Я стараюсь, но кажется, это не наша сказка. Поищи себе другого принца. Привет, я Эльза. И, кстати, это моя туфелька. О, вы прекрасны. Спасибо. Ты вампир? О, как всегда. Купидон, ты знаешь, что делать? Мне нужен этот красавчик. О, как скажете, принцесса. Отличная работа. Вау, твои клыки прекрасны. Как насчет свидания? С удовольствием. Мороженое – лучший завтрак. Я тебя съем. О, мои клыки. Какой же я теперь вампир? Но зубная фея все исправит. Я жду. Кто здесь потерял зубик? Я, фея, ты должна мне помочь. Верни мои клыки. Одну секунду. Какие клыки предпочитаете, принцесса? Упс, вампирские клыки пользуются большим спросом. А, ничего не подходит. Без паники, принцесса. Эти клыки специально для вас. В ледяном стиле. Пожалуй, я примерю. Ну как? Клыки-сосульки, вы станете звездой. Ой-ой, это ловушка. Ой, принцесса, смешно? А сейчас? Нет, без клыков ничего не выйдет. Сегодня никакой крови. Это мы еще посмотрим. Верни мою палочку. Ни за что. Обнимашки. С днем рождения, систер. Готова? Тогда загадывай заветное желание. Давай, у тебя все получится. О, извини. Анна, у меня есть кое-что получше. Примерь. А сейчас одно кровавое дельце. С возвращением, сестренка. Вау! Выглядишь, что надо. А это еще зачем? Ма? Йо! Анна, что ты наделала? Я же теперь бедная. Обожаю золото. За мной, сестренка.